22 апреля все знаки зодиака будут наполнены силой вдохновения. Отношения с близкими станут теплыми и доверительными, как никогда. Овны, в среду у вас будет повышенный интерес к передовым технологиям, электронике и средствам связи. Могут неожиданно решиться финансовые вопросы. Жизненный потенциал будет находиться в верхней точке. Не позволяйте своей эмоциональной впечатлительности привести к недоразумениям и послужить причиной ссоры с близкими вам людьми. Тельцы, вас ждет день, наполненный удачами. Коллеги, друзья или родственники будут готовы прийти к вам на помощь в любых делах. Гармоничными станут супружеские отношения. Вы сможете проявить все свои способности, таланты и осуществить задуманное. Близнецы. 22 апреля вы сможете извлечь смысл и практическую пользу из всего, что с вами будет происходить. Необходимо поддерживать хорошее настроение. Удачными будут дела, связанные с возможностью заключения важного контракта. Однако не стоит лишний раз рисковать. Лучше подумайте, прежде чем принимать важные решения. Раки, ваш новый день пройдет спокойно, серьезных волнений и хлопот не прогнозируется. Не бойтесь сами принимать ответственные решения, тем не менее обратите внимание на советы специалистов. Они во многом вам помогут. Положительные эмоции принесет встреча с друзьями и близкими вам людьми. Львы, увы, вас одолеет пессимистическое настроение и даже депрессия. Постарайтесь не сосредотачиваться на этом состоянии, лучше посвятите свое время решению финансовых проблем и делам по благоустройству вашего дома. Не пытайтесь отстаивать свою правоту любой ценой, сейчас для этого не лучшее время. Девы, простите людей, на которых вы давно затаили обиду, это принесет вам ощутимую пользу. Ваше самочувствие значительно улучшится. Постарайтесь избежать агрессивного поведения по отношению к окружающим, желание доминировать может обернуться против вас. Весы, будьте осторожны. Велика вероятность того, что ваше самочувствие ухудшится. Могут случиться травмы или несчастный случай. Избегайте агрессивного поведения по отношению к другим людям. Не стоит ничего планировать, так как задуманное может не осуществиться. Скорпионы. Перемены во внешнем виде поднимут вам настроение. Однако будьте осторожны с острыми предметами, так как не исключены травмы. Велика вероятность вещих снов. Обратите внимание на людей, которые попросят у вас помощи, и постарайтесь им помочь. Стрельцы. Вас ждет отличный день для новых впечатлений и эмоций. Можно заняться делами, связанными с новыми возможностями для заработка. Вас ожидает успех. Чтобы закрепить его, заручитесь поддержкой руководства или коллег. Козероги. Новым днем посвятите больше времени себе. Возможно, полезные деловые знакомства. Они могут повлечь за собой финансовую поддержку и помогут укрепить вам свои позиции на работе. Кроме того, вся полученная информация в этот день может оказаться вам полезной и пригодится в будущем. Водолеи, готовьтесь к тому, что 22 апреля вас буквально будет преследовать удача. Если вы решите что-то продать или купить, проведите время в кругу семьи или отправьтесь за покупками. Звезды благоволят вам. Складывается отличная ситуация, когда вы сможете стать лидером. Рыбы, вас ожидает довольно двойственный день. Неоднозначное соединение планет может повлечь большие убытки. Поэтому, если планируете куда-то вложить средства, то сделайте это во второй половине дня. В это же время велика вероятность продвижения вверх по карьерной лестнице. Звезды уверены в том, что 22 апреля большинству знаков зодиака потребуется взглянуть по-другому на свое окружение. Звезды знают, что говорят.